Итак, всем здрасте, с вами мистер Дивис, и сегодня, наконец, мы будем играть. Я уже сказала, что попробую поиграть в свои уровни, и вот этот вот первый мой уровень. Тут странное течение времени. Ничего тут. ФТВ. Упс. Не, на самом деле я ожидал чего-то похуже. Возможно, похуже. Следующий. Фейк. Фейк, фейк, фейк. Нет. Фейк. Это мой второй фейковый пассивный уровень. Здесь не надо особо ничего делать. Главное, что здесь надо делать, это вот до сюда вот дойти. Во-в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 о
Чё сказал, что туда хочу? А чё так лагает-то? Чёрт! Вот видите, вон там такая желтая фигня. Вот мне надо пролезть. Это разве не няшество? Это жуткие лаги. Так. Ну, понятно, может, кому-то не понравилось. Так. Possible 10%. А вот этот уровень кому не нравится? Ну и чё, мочимся. Потом вот а стенку об этом можно стряхнуть. Блин. Блин, у меня же выбор. Был выбор у всех этих уровней, выбор персонажа. У меня не был только Сигвайгай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тут надо вот эту часть проходить без лишних няшеств. И вот. Такой фейкомет. И вот видите, надо там проскочить. Вот, то есть, вот сейчас. А это вообще тролл-лол. Вот такого вот героизма не надо. Потому что это реальный героизм. Вот. Всё. Догероинились. Главное, что в тебе попали не туда, куда хотели. Во-во-во-во-во. Ладно. Это было немножечко скучно. Глупо. ХВ, блин. О. Няшество, как мило.
А вот это обст-курс. Это очень старый, классный тип уровней, обст-курс называется. Все так сначала. Давай. Давай. Come on, baby. Контр. Терроризм. Контрол плюс терроризм. Кто тоже в Counter-Strike Source играет? Ставьте лайк. Как Battle Run. Ну, тут все понятно, няшество. Так. Как-то подцепить ее. Так, а теперь... Вот так, по-средненькому. Иногда зацепляйте, иногда нет. Rise and dice. Do not of up. Это я взял из... Bad Pig is Rice and Swine. Видите? Опа! Это вот няшество. Все. Вот это вот няшество, это... Так, няшно. Ой, блин! Я все так няшно. Лол! Зашибись просто. Просто зашибись, как у меня лагает. Лаги такие. Спасибо, банук. Я смотрю, у меня комп просто. Зашибись, у меня два скайпа включено. Два скайпа! Это же два скайпа! А вы умеете ходить с двумя скайпами? На HD-шную лицушную фигню. А вы умеете ходить на говногу? На говногу! Кто умеет ходить на говногу или знает, откуда это на говногу? Потому что это не просто тупое выражение. Лол! А ты умеешь на говногу ходить? Юху! Yeah! Victories! Victory! Victories! In fucking victories! In fucking victory! Fuck.